Внимательный слушатель. Мула, обратился правитель к Насреддину, приглашенному на прием. Как ты посмел заснуть, когда я начал рассказывать такую чудесную историю? Я не спал у повелителя, слышал каждое слово. Врешь, негодяй, ведь я приказал своим людям тихонько отнести тебя в соседний зал, а затем вновь занести на место, когда закончится история. Если я спал, как же я мог слышать все, что вы рассказали? И тут Мула начал подробно пересказывать историю, рассказанную правителем. Тот был настолько удивлен, что пожаловал на Насреддину халат со своих плеч. «Мол, а как тебе это удалось?» – спросил его приятель. Ну, честно говоря, по лицу и голосу правителя я сразу понял, что он собирается рассказать эту старую, скучную, длинную повесть. Тут я решил полчасика вздремнуть.